запускаете, ой, этот, блядь, не дайте, если вам на офспек или на основной, в любом случае не дайте, иначе расчарится, шмотка пропадет, там распределинка вам нужна. Так, ну, о, рейн сейчас наберите, в центре этих хилов место ставьте. ПС-ку, наверное, мне давай, тут больше некому. А, ну Коби, Коби, дай. Коби, давай. Ну, будет, будет еще есть. Метка, так, метка. Ну, лучше Коби, давай. Метка на танка дайте. Слышь, людям. Что заебал, где ты? Вот прыгай. Трон, у меня там раш не синий. Ну, не туда. Это... А, ты, в принципе, все тут все так все знаешь. Никакой тактики особой нет. Набухивайтесь, кто бухает. 4, 3, интересно, как сова бухает? 1. Ну, блядь, за любовь, ебать. Как она бухает? В натуре. Так, меня выбегаем быстро. В инвентаре даже огонь не был, а монки. Слева столько места у нас. А, ну, смотри, как, кстати, достаточно. Еще в РДД много места. 3 милика. Оба полетел. Снобальда в мире. Ага, заедь Снобальда. Метку поставил. Да заебал ты нахуй. Я далековато хилы стою. Что? Что я зажал огнем? Слева. Снобальда убить. На хиле. Приста не вижу. Да похуй на пристав, он сам себе господин. Я ж говорю, потому что я далеко стою, меня прижал огнем. За собой следи, главное. Он сам себя выхилит. Да. Сейчас бабл прожму, стаки сниму. Блин, я... вы заебали. Без прожимок останусь. Снобаль, давайте забивайте босса. Ты снобаль. На танке снобаль. Снобаль, долбить. А, набрать, пожалуйста, вторую, рога. Вторую не нет. Это кто-то эти огненно. Кто-то эти огненно. Поехали, это сложно. Геро. Раньше РДД держите. Сейчас плюнет, смотрим. Хилы осторожно. Кто может скинуть, сразу скидывать. Рвота. Полетел плевок. Нормально, Коба скидывает. Все, не надо никого размораживать. По крайней мере, пока. Да, пока что. Может, еще раз. Там еще убьем ее нахуй. Ну и заебись. ПС, все убили. ПС достаточно, блядь. Сейчас тогда тоже. Секунду. Сейчас она закопаться должна или нет? Ебать, еще времени сколько. Сейчас с Валера стянешь, когда она будет плевать. Сразу рейндж наберите РДД и милики, когда плюнет, разбегитесь там на секунду. Заранее примерно скажу, какое время, но тут сильно тайминг сбиты. Поэтому смотрите за плевком. А хуй меня даже не показывает. Валера, смотри за плевком, стянешь, когда надо. Конечно. Брызги 14. У меня вообще нету. А, вот появилось тоже все. Ага, пока. 5 секунд. Ну добивайте, если что, успеем разбежаться. Ой, давай, убегайте, убегайте. Че, блин? Пусть РДД добьет. Конечно, времени навалом. У элементри только. Вот, все нормально. Где элемент? Я с него точно. Держимся со стороны Альянса. Со стороны Альянса держимся. Со стороны Альянса. Со стороны Альянса, Валер. Бегу, я слышал. Просто элемент, чтобы все через него не бежали. Понял. Сейчас поставлю. ПС-очки плюс не забывай скидывать. Ну, то, желательно на эту, когда он врежется. Что-то ему там. Один, ну, сова больше меня даже может. О, у нас же, блин, Ганнибал, да, есть? Военная забыл. Есть, конечно. Они же скобы это. Взаимозаменяемые. Полудры. Я забыл, что Ганнибал. Что у нас есть пал. Вообще про то, что нужно сбивать, забыл. Кто полетел, смотрит. Элементарь на тебя бежит. Куда-то вот сюда, в центр прям. Там пэтов, пэтов все убирается. Ну, блять, ну что там, тотем или пэта ударилось. Ну, блядь, уберите, они вам ДПС от ублюдка не добавят. Ну вот постоянно вот эти проблемы вылазят. Хуйню он сносит ДПС. Конечно, овергер не сюда пришел, блядь. Хуйню что-то сносит, странно. Ну, в любом случае сейчас. Прыгает, смотрим. Сейчас на меня, чекай.
Бангу. Боба, у тебя почти с края. Там пусто. Ну, заебись. Так и поставлю. Вздохнет. Ты не прыгнешь, сука. О, свобод, отлично дамажит. Не дайте, у кого есть профа. Просто так не дайте на продажу. Кому-то она может понадобиться. Что я сам, 258-й. Пояс надо этот кому-то? Так, ну, не дай, если тебе надо. Там разберемся. Джазл, кстати, кейк нужен был. Ну, без как меткости. Раз и левел доберет свой. Да, нужен. Не, у него 245, но он без меткости. Не, имеется. Опускаю. Че? Ничего так, а пояс кто забрал? Я забрал. А, ну все, нормально. Короче, на костах кто у нас? У нас на костах Сайбот. Сможешь позбивать косты босса? Все, ты не свечишься ни в чё, ты тупо сидишь на боссе, сбиваешь косты. Коба, ты заберешься стаки? Да. Все, отлично. Ну, в спек. А, ну тебе, может, сове нужнее просто. Лучше отдай сове, если ему прям одеть надо. Не, у меня тоже с меткостью, у меня с критом. Ну тогда забей. Чисто, пускай заберу. Хуже будет. Бля, заебато так с двумя напулами на этих червях. Оно так долго с меня не срывалось, и мне не париться не надо. ДПС-а супер много, наверное, больше, чем вообще во все разы, когда мы ходили. Че еще раз? ДПС-а, говорю, больше, чем во все разы, когда ходили. Ну, ты имеешь в виду то, что до первой закопки убили? То, что мы еще хуярили эту огненную змею, блядь, на первой же закопке. До закопки первой. Сколько времени? Да. Бля, я забыл купить никому. Сайбот прям хорошая цифра на это. Да, разъебал вообще. Что я так мало дамажу, не помню, в чем проблема. Да, блядь, я же не помню. Готовимся. 3, 2, 1, припоты. Спелим стаки я и элементарь. Коба ж забирает. А, точно, сорян, блядь, забыл, но похуй. Поехали во врата, блядь, подведи. Ну, конечно, подведу. Дамажик, чтобы одна только телка вышла. Прохильте кейка. Все, телку убиваем, приоритет. Огонь, монки. И дамажат на ходу, дамажат. Стаки. Оба. Кейка прохильте. Так, я босса в центр возвращаю, чтобы подальше от огня. Ага. Вулкан не появился. Вера не будет там. Ну и я, Валера, встанет. Я прожму гимн. Кейка, не сдавай гимн на следующий горемок. Я сам сдам. Элементарь огонь. Поговорите, когда гимн сдавать, я сдам его сразу же. Не надо сдавать. Ну, как скажешь ты. Похильте ракомакафа. Отвел еще от огня. Скоро вулканы будут. Оба сейчас рвешь. Салю дал тебе. Поехали в инфернальный вулкан, следующий. Заливаем в стене. Затягиваю. Войда прохильт. Нажми гимн. Нажми гимн. Ну, все равно босса убиваем, если еще не доживет. Убейте или инфернала? Огонь на мне. Да. Тебе огонь. Ты огонь. Что догадать, босса? Батя видел, какой огонь разлил? Ну так, блять, у тебя тучка есть. Ну так вот, сука. А рога с паладином вообще могут не разлить с магом. Ой, все, блять. Даже поебу стал. Ой, это прохилит. Отлично. Что сказать, не успел, уже прохилит. Да я ручки отдал. А, нихуя себе. Молодец. Огонь себе бот на тебя. Ладно, добиваем.
Блять, быстро развалили. Пояс. Этот пояс обоссанный, каждый трек. Каждый раз падает, ну. Наручить никому не нужно. Этот пояс у меня уже на всех выпал. Запы. Что мне за запускаю, запы? Отойдите оттуда. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного. С АРП, да в пизду. Так, подожди, секунду, дай я это. Лока нету, да? Засумоньте, пожалуйста, выйдите. Чем? Я Навар. Да, тебе нужен хуйня, ща выйдем. А что ты хочешь выбить? Ну, плечо. Там же два сакета плюс показатель блока больше. А чё? А, блять, может ты за Навара бы танком пошел? Хотя нет, его как бы не протокал, наверное. Не. Чё там угорать? Ему чемпы там могут дать пизды. Это раз на раз нет, не пробивает. Ну и чё? Кто там вышел, ну-ка? Это я вышел, грузится. Да не, по боссам. Тут маг, хант, ретрик, блять, эршам и хэвприст. Чё тебе плюсануть? И рога ещё. Ты уже сильный. Два милика, ретрик и рога, хант, кого разъебывать первым? Ну маг и прист ближе всего стоят. А чё, не начал назвать? Ох, я на кого-нибудь сяду, заебу, закрою все косты. Сопротика вообще охуенно, закрывать косты. Да ебать, сколько сбил. Чё, ты у тебя обкинулся, нет? Да я уже все бегу. Так. Ну, ханта-то сыграем. Лап, куда я, пожалуйста, войд? Побафать да. Вообще. А мне все остальное есть. Так, играем ханта, потом маг, потом жрец. Бля, состав вообще такой, ебать, разъебывай, не хочу. Угу. Войд поконтролишь разбойника. Он никому не подбежал, хорошо. Угу. Валера, сядь на пала. На пала сядь, сбивай ему все, что есть. Ну, это ретрик. Че ему сбивать? А ты его увести сможешь? Ну, блять, мало вероятно. Короче, твоя задача направо увести. Я могу на мага сесть и все косты ему закрыть. Не-не-не, сядешь на ретрик, ладно. Хорошо. Коба, покидай превращение в этого в шамана. Элементари. Покидай в мага контроль и позбиваем косты. Да и все, в принципе, можно жреца не контролировать забить. Монки там, если заморозишь, жреца будет. Я могу влететь в пала и сходу дать массовый эфир. Вы в этот момент в жбух притянет ханта, и вы его зальете. Да, жбух мы слева заходим, будешь притягивать. Там Ганнибал, если увидишь рогу, который к нам бежит, дашь покаяние. Все другого там не сможет его законтролить. То подходим слева. Танк справа. Да, я по центру влечу. Все, даю отчет, жбук сюда притягиваешь, даем геру. 5, 4, 3, 2, 1. Жбук тяни. Забегаем туда, где он сейчас. Массовыми старайтесь не бить. Да, Гера, прокиньте там, подбегите пару. Где спальня сейчас? Я поражался. Добиваем, потом в крест. Да, они Геру прожали. Жень, дай мост диспел. Я дал уже. Крест играю. Массфер не хочу подбегать, давай. Ну, вот сейчас можно. Добиваем, потом вот, уром. Уром сыграем. Он выжигает ману приз кому-то. Можно массовым бить и ковертаться. Добиваем в череп. Можно больше не контролить. Рога убежал, как-то странно, блядь. Просто такой. Ой, ебать, тебя еще развалят там. Да, они мне стан дали, да.
Да, роги вообще плохо убивают. Не, ну, ну ебать, уже в упор почти подошли, рога не реагируют. Ну вот, подошли в упор. Рогу сейчас убиваю. Блядь, где он, сука, блядь? Бля. Не выбирает его, цель. Привет. Забор пока. Чего за 10? Блять, да, 10. На удивление. Тут прям сетап легкий был, пиздец, сейчас. Да, и милики отлично сели на меня. Они вообще не мешали. Не лень. Да ты падла. Это я здесь спорил. Я сокрушительный бросок все равно кастану. Когда ЦР там изи было. Утяни ее, плечи. Да. Классика. Да хуй вам они так еще. Плечи. Чего там еще хотели, блядь? Обойдетесь, короче. Чего у меня за колотуха? Ну, говно, а не колотуха. Можно спросить. Прям как ты. Спасибо. Пожалуйста, обращайся. Зашел на вар, полутал ОД и куда? Забрал поставки, заебись. Так, шлем расхерачили. Куда? Клинок, кейк ушел. Ладно, норм. Прям офигенный кинжал для меня. Что? Так, запускаю дальше. Отходите, то там убирать. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жидкие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Ну хоть ты мне такое даешь, говно. Ну не так-то, ибо. Ну ты не видишь, что ли, Эльдарочка? Ох, все. Сейчас за агро следим, не надо там чудеса ДПС показывать. Лучше стоп ITS сейчас отправить. Монки, я знаю, ты не ту взял. Монки половишь, да? Это без вариантов. Типа мега ловистер. Ну да. Да и хер с ним. Да и хер с ним. Нас порвет просто. Все равно ДПС здесь много. Мне кажется, Сурва спекнуться может. Да и все. Ну, похуй, что эти 10% сил атаки потеряют. Да нет, человека. Тут у нас свой бот хорошо выдает. Ладно, что, даю отсчет. Ну, тогда напуливайте, ебать. 4, будет 3, нет. 2, 1. Покури, короче говоря. Секунд 10. Ждем. Гарантированно. Только может на пул дамажить. Все, поехали. Скоро спецспособность. А, еще 10 секунд, оп. Не скоро. Да не бал, дай войду. Сальву, пожалуйста. Спецспособность 3 секунды. Благодарю. Зубы ханту потом. Ничего на не знаю. Давай зубы сейчас. Ханту. Я тоже отдал ему каплю. Она быстро просто кастует зубы, достаточно долго вяжется. Спецспособность 8 секунд. Способность 2 секунды. Поменяли на темное. На темное поменяли все. Дамажим белое. Нет, поставил. Добиваем здесь, никуда не бегаем. Ой, прохилить. Ну шо за пиздец. БР, дайте элементарь. Я массакру прожму на всякий случай. Перебегаем. А ты уверен, полтора ля? Да у нас сейчас не хватит ДПС. Лям ты бить? А, бля, у нас же еще гера включилась. Ну ладно. А вот не увидел, что у нас этот сверх включилась хуйня. Я бы, конечно, согласен, это били. Монки пока бегал, менял сферу, у нас пришибло.
Монки, ну как так-то, ебать? Ты сейчас видел сферы? Летели тоже, блядь. О, бля. Не дайте, у кого нет кожевки. О, свечение, ебать. ГЦ, нихуя. Уже известно, ебать. Так, ботинки. Бля, два сакета. Нет посох? Я возьму ботинки. Кому это нужен? Ну, бля, если надо... Если тебе нужен, не дай, что-то спрашиваешь. Я не знаю, нужен ли он или не нужен. Просто... Ну ты за не дай, а потом уже ради... Ты можешь не знать. Нужен, блядь, ты шо, угораешь? У него кинжал выпал ему. Не, это поздно заебатый для ДЦшки. Коба не дал. Три сакета, ебать. У меня просто есть уже. А, есть уже свечение, нихуя себе. Кинжал шаману можешь просто отдать, да и все. Если ты его забрал. Что, он нужен шаману вообще? Да, я не знаю. Я думаю, что он... У шамана такой же. Ну, на шаману этот посох, на самом деле, не знаю зачем. Щит, с щитом-то всяко покомфортней. Ну что, сейчас главное на Анубе не проебаться. Mm-hmm. Бопа есть. Да. Бопы, ладно. Главное, с мобами не тупить, законтролить. В принципе, с таким ДПСом, я думаю, у нас вторая пачка не факт, что выйдет вообще. Ну, которого не заливаем. Да и контроля там дохуя, два шакла, два, блядь, покаяния. Да. Как раз дух, меткость на нашем ДЦшке пригодится. Да не, Герус Пул все равно лучше. Ну да, вообще лучше на ласт оставить, чтобы меньше жуков было. Меньше жуков. На 50% дал, перевел, убил. Вообще заебись. А что с Пулу? Толку как раз, когда все откадешится во второй раз после первой закопки. Ну, если бафнули же. А, ну это я свои сдал. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. 22 минуты уже травим, долго, блин. Не говори, могли бы за 20 минут. Если бы ты не перезаходил, мог бы уже убить ласт. Бля, ну если бы я бы не зашел бы на вара, может быть бы с чемпами пришлось бы чуть-чуть поебаться. Если бы ты не зашел, выпали бы тапки. Ну, бля. Ну, или там плечи, что там, кого надо. Согласен. Напало бы уже собрал, блядь. Да в пизду, тут дренечка красивая еще. Рыбку поставлю, сейчас покушать. Напало не хочу. Варом сексуально. Сейчас мы проебем 50 с 50, у меня сгорит очко. А? Как вам? Да не, не хуя. Не надо так. Выглядит как обычная неделя у нас в ВВК. Конечно, приходим такие на Анубу 50 с 50 и лайпаемся. Да не, не надо лайпать, чего, блядь. Только давайте в одну закупку, блин, ДПС дохуя. Да, будет такой... Starfall с пулом, нахуй. Не, я только в конце дам. Да ладно. Ты и то там уже кипит. Так, короче, Монки, ты на сферах, как обычно. По контролю я контролю, как обычно, Валера, забираешь одного моба. Главное вот на ласт фазе, когда переведем босса, первую пачку зальем, как обычно, вторую пачку выходит, давайте так, Ганнибал, ты контролишь струсов и вторую, и третью пачку, я контролю слоны и вторую, и третью пачку, если вдруг шо, вот ты это страпуешь, кидаешь ветерки, ну или там корнишь, и тебе проще, если там не подбежит еще. И, Валера, когда босс вылезет после первой закопки, постарайся его привести на вот это место. Я понимаю. И здесь сферу собьем, чтобы не было как тут раз, что мы у Луны там стоим или у трусов, и невозможно ничего доконтролить. Хорошо. Так, ну все, давайте пробовать. Даю отсчет. Поехал. Да может там босс. 4, 3. Монки, не забудь сверху сбить. 1. Есть только... Припод забыл. Бля, щит отдал, долбоёб. Я вас бью. Видимо. Вышли мобы. Давай, фридом. Завожу. Заморожу. Играли в моба. Блядь, подождите, не играю, сейчас подойдут. Поехали. Бля, иди сюда, на моб, ёпта. Пущу каст. Второго. Каст. Бля, притяните. А, у нас же жбук. Ладно, притянул, хорошо.
Я уже забыл, что он дыкает. Бейте его. Блять, ну хули я такая замороженная только. Я из трусов выйдет. Чё, забирай. Вторая пачка вышла, да, хорошо, вышла вторая. Забирай. Замороженный. Сыграли в моба. Боб закопается, мелики убегают. Боб первый, давай Ганнибал Стас. Тяни моба, чё. Это что, сорян. Беги по канонке уже, наверное, разбивай сферу. Сейчас вот здесь ничего, бобов никаких не дается. Убегайте, милики, от него, да, это бит. Все, побежали к воде. Ну, Валеру сначала... А, Войд. Ганнибал дашь Войду, боб? Бьем скоробея, без фанатизма. Дали боб. Все, второй боб Валера скидывает. Угу. Бей сферу, мол. Ага, дали. Все сфера в начале есть. Сначала все переместились. Жбук сильно не бей скоробеев. Ну, я 20 так, да, осторожно. Оп, будет, да? Да. Конечно, будет. На мне. Отошли от, где босс движется. Никто нам шипы не встает. Только на секунду можно было позже. Берем скоробея. Все, к воде убежали. Монки, сбей на всякий случай сверху. А, ну, нажмется. Да. Ну, тогда ставь. Босса ну, ставь прям, а, все. Уйди босса в начало, тебе там сбьют сферу. Добейте скоробея. Сейчас я к сферу еще. Скоробея прям добейте. Сейчас, точно, отлично. Сейчас мобы вылезут, все, вылезли мобы. Сбей там где-нибудь. Нет, нет, нет сферы рядом. Ну, блять. Вот этого похуй, контроля моба, а туда веди. Стан дам, похуй, вообще. Давай. Давай. Убивайте, блять, что я могу сказать. Моба, моба, играем быстро. Стан не забудьте дать. Дал. Давай ну, второго моба. Второго забирай. Бля, элемент. Право, второго хорош, моба. Хорош, хорош, хорош. Стоп. Ага. Добиваем. И босса поехали. Геро? Следующую пачку контролем. Давайте Геро. Да, думаю, хватит до конца бля, боя. Только крылышки хотел отдать. Все, помощники выйдут. Все, я с лунной контролю, Ганнибал, ты с трусов. Я уже к луне побежал. Два твоих, два твоих. Жуки вышли. Фир, Ганнибал, Ганнибал, Фир. Да. Алло. Дим, нужно? Да, есть БР. БР, да, давай. Валера, стяни. Есть. Сейчас из заморозки выйду, стяну. Меня прохильте. Коба, ручки в тебя отдаю. Щиты, щиты приоритетно раскидывай. Не хил, именно щиты. Сейчас вторая пачка выйдет, давайте добиваем быстрее. Лям осталось, нахуяри. Войда поднимите, он сейчас умрет. Давайте, вторая пачка, если выйдет, забейте, просто добиваем, да. Красавчики, все разъебали. Все, добиваем, добиваем. Хорошо. Не лутайте второй сундук, подождите, сейчас все подойдут к нему. Я умер. Оп, то есть... Вы можете лутать второй сундук. Подожди ты, кобы-то нету. А, Кобу шаресим, да. Поближе. О, так этого шарец у меня нет. Тканевый пояс без меткости, кстати. Ну там всего одно гнездо, бля, говнище. Жусь. Башка там на тела уже есть. Что, я лутаю? А, жбуха еще. Жбуха рез. Сейчас жбуха рез. Ну, это все, блядь, поставил. Плащ, плащ на инту, давайте, Жень. На танка. О! Спасибо! О, волк, нихуя себе. О, бля. Ну ладно, тоже хорошо. Хоть что-то. Хотя бы он нужный. Пока что. Нужен лук команде. Да, на офспек. Я там думал, ханту. Извините, я не понажал. Хороший лук. Ну, на дис пороть. На дис пороть. Че, на транс? На дис. Ничего так выглядит. Ну, кто хочет, пусть на транс. Хуйня. Кому-то трофеи нужны одеть, пороть, кому нужны прям. На комбата, а Сайба, сейчас я тебя отдам. Подойдешь. Не нужны никому трофеи улучшить свои эти. Давай. Порольте, порольте все, отдам первому все четыре. Продаст. А сука, не смог.
Да, ну, что ты первой четверки-то не даешь? Ну, каждый по 50 голд. Да нахер мне искать каждого человека, там и так 200 голд с 4. Кожевку выучил. Уже заканчивается. Так, а кожа, кожа кто-нибудь пролил? Мало вот, топоров. Надо, да? Кожаные. Я ну, забрал, да. Но ретрика на всякий случай. Тебе надо? Войд, войд. Че? Плечо кожаное. Нужно оно тебе? Перку и... порольте. Не, забирай. Я просто... Там еще в боссе шлем остался, сейчас разролю. Не успели что-то разролить. Все, все пороли. Бля, булк. Говно такое, выкину нахуй, удалить. Так, вот это кому-то надо? А можно плачить на кому-нибудь посмотреть, как что-то плачет вообще? На это, на расчар пороль. Ты еще раз про плащ. Смотри, что за плащ такой был. А, пожалуйста. 258 левел.